очередной сазанчик. Дал нам возможность продемонстрировать удилище роты в работе. Нагрузка, конечно, близко, не максимально для этой палки, но мы рады и такой возможности. Губастенький такой. Покажи его личико. Грязный в глине берег, видите сами, он в каком состоянии ужасно. Проваливаешься по щиколотку. Вот хорошо, что стульчики с душкой. Стул не проваливается, даже такой грунт, вот, можете посмотреть даже. Упирается, да, и все, и сидишь спокойно. А так стоять здесь вообще невозможно. Это в глину залез. Черный сильнее, что ли, получается, чем белый? Белый побольше идет спокойно. Хорошие экземплярчики. Неплохие. Хорошие. Вот это нижнее, последнее пришло. Да, мы там дальше подогнали. Вон Андрюха ее поймал. Да, для шумовую.
Валера. Молодец, Димон. Еще одна возьму на Тургае. Благодаря фирме Delphi мы могли себе позволить все способы ловли, то есть это поплавочным таким спидом. Снасти, дополнительные аксессуары фирма Delphi нам предоставила, и все это используют. Сазана ловили не крупного, тем не менее поймать удалось. Рыбалка довольно активная получилась, что народ был много, сидим, отдыхаем, кинёчки, пускай не крупный, но сопротивляется он достаточно серьезно. О, ура! Это вот народные умельцы, у нас такие блесна делают. Щуку таскают на 10 и более килограмм. Меньше 10 не бывает. Расскажи, как таскать надо лодкой? Лодкой мотор цепляешь, амортизатор, чтобы сразу не сорвало, и идешь. На амортизаторе если ударяет, аж лодку останавливает, бывает. Вот сделали. Вот малышечка пошел, вот пошел, вот пошел. Вот он, карты к нам пришел, платыш пришел. Сазан. Сазан. Ох, это разве сазан? Это сазанок маленький, сазанок. Ну а что делать? По-казахски кабан. Кабан. Да? Маленький. Маленький. Маленький такой, ну ладно. Сазанок маленький, но клюет хорошо. Сейчас на тесто будем пробовать. Все, попробуем. Красавец. И туда, и сюда. Да иди ко мне, вот, вот какой красивый. Вот. Закидушка сработала. Валер. Ясно. Валер, вот. Возьми кукурузу. И без всяких проблем, вот смотрите. Для такой удочки это надо, это просто, не знаю, такая рыба, это не рыба для нее. Не можем мы поймать такую вот рыбину, чтобы показать, что это могут эти удочки творить. А они могут чудеса, честное слово. На что, на тесто взял? Да, тесто. Вот, можете внимание обратить, рыбалка продолжается второй день, грубо говоря, и закончили поздно, уже затемно, и начали рано. Кукурузы не напасешься, но тесто еще примерно по полбанки в каждой осталось. Потому что расходуется очень экономно. На 2-3 вываживания буквально хватает. Сладкие ароматы карповые, те же самые, которые работают у нас на водоемах. Клубника, ваниль, и здесь себя прекрасно проявляют. Прикормочная смесь, опять же, вот с утра закармливали той же самой, что и с вечера. Чтобы не оставлять темных пятен в рамках программы, покажу монтаж, какой использовался при ловле местного сазана. Глубина ловли зачастую превышает длину удилища больше 4,5, около 5 метров. Поэтому нам однозначно требуется безинерционная катушка на довольно мощном в данном случае удилище и скользящий монтаж поплавка, чтобы можно было забрасывать спокойно, облавливать именно ту точку, не под вершинкой удилища, а где вот закормлено и где находится свал. У нас подобный же монтаж на три устания, вот, допустим, вполне применим, там тоже глубина большая, а
отбрасывать от лодки приходится подальше чуть-чуть. Первым элементом снасти устанавливаем стопор. Фирма Delphi предоставила нам полностью весь перечень товаров, поэтому мы можем легко и свободно все это оснащать. Устанавливаем стопор. Затем следом за ним садим карабинчик. Карабин довольно крупный, но это, собственно говоря, для образца. Карабин нужен для, собственно говоря, следующей задачи. Во-первых, можно менять грузоподъемность поплавка и облавливать таким образом разные дистанции. Во-вторых, он минимизирует перехлесты при забросе, так как обеспечивает вращение поплавка самого. Поплавочки возьмем опять же вот из тубуса Делфовского. Тубус довольно вместительный, сами видите, здесь поплавков хватит с лихвой не на один сезон. Поплавок берем огруженный для дальнего заброса. С белой вершинкой, я думаю, видно будет его великолепно. Вешаем его на карабин, зафиксировали. Вот он, в верхней точке у нас будет останавливаться стопором. То есть глубину регулируем именно стопорком. Следом устанавливаем еще один стопор. Делается это, чтобы снизить вообще максимально количество перехлестов. Расстояние вот от нижнего стопора до огрузки, в данном случае дробинок, сейчас их будем зажимать, должно составлять длину поплавка. Тогда перехлестов не будет при забросе абсолютно. Зажимаем пару дробинок, как первоначальную огрузку. Дробинки не фасованы по грузам, но ориентировочно 1,2-1,5 грамма где-то вот такие. Осталось повесить крючок. В данном случае это вот карповая серия крюка Delphi, опять же. Поскольку мы эту фирму представляем, то естественно используем все только собственного производства. И привязываем крюк. Вяжется, собственно говоря, так же, как на обычной леске. Вот у нас здесь шнурок. Ну, узел тот же самый. Единственное, что необходим контроль. То есть после того, как затянули, необходимо подгрузить узел. Обильно, потому что портится. Она пустит рассол и будет как селедка малосольная. Дорога займет 10 часов, поэтому приходится солить. Вот все, вот сейчас вот завершающая, наверное, стадия проходит. Вот тут Сергей делал, сейчас Володя доделывает. Я понял так, что это, конечно, для сохранения. Рыбу мы не могли, конечно, рыбы очень много было. Мелкую, как всегда, сторону покрупнее. Вот ребята вот засаливают для того, чтобы довести это все. Вот все уже устали, ухайдаканы все напрочь уже все. Жара такая невозможная, что делать? Надо трудиться, натрудились. Отдохнули зато хорошо. И накупались, наловили рыбы. Мы сейчас готовы домой быстрее ехать к любимым зонам. И спасибо огромное ребятам вот с Казахстана. Они нас пригласили. Как бы поделились вот силами Delphi.
Ну и мы такой девиз на все-таки фирмы Делфи, мы знаем его. Такой девиз. Поймаем больше других. Вот все. Спасибо, уважаемые рыболовы. Все это для вас, вся программа. Спасибо ребятам огромное. Они тоже трудились только для вас. Ну и до встречи. До скорой встречи. Караван! Красавец! Смотрите! Вот он! Самый надежный транспорт! Сели и вторгай за рыбалку!